Приветствую вас, Дмитрий. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В первую очередь у вас есть две стороны, два основных аспекта текущей ситуации. Первый аспект касается травмы, потери близкого человека, важного для вас человека, очевидно. И второй аспект касается того, в частности, что вы рассказали, например, про своего брата. Вы говорите, что вот у брата своя личная жизнь есть, а у меня, значит, моей личной жизни нет. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. Это первый и самый важный момент. Точнее, первый самый важный момент — это то, что вы находитесь сейчас, очевидно, вот в травме. Вот. Из-за потери близкого человека. Второй момент то, что вы не привыкли опираться на себя и не привыкли следовать своим интересам. Вот. Понимаете, да? О чем речь идет? Травму вам необходимо прожить. Свою. В этом вам может помочь как раз психолог и психотерапия, в частности. И также в процессе психотерапии вы могли бы раскрыть то, что вам интересно и важно, и заниматься этим в своей жизни больше. А может быть, даже подчинить этому свою жизнь, если, конечно, хотите. Может быть, даже сделать так, чтобы в вашей жизни этого было больше. Может быть, даже сделать так, чтобы в вашей жизни было больше тех моментов, которые вам интересны. Сейчас этого, на мой взгляд, у вас нет. Вот. Что, конечно, безусловно, да, очень грустно. Вот, потому что чувствуете, что вы покинуты, чувствуете, что вы действительно не знаете, что вам делать, как вам жить, это. Вот. Да. Ситуация, в общем, в целом, довольно, довольно неприятна. Вот. Она неприятна со всех сторон. Вот, но в первую очередь это история о том, вот, что вы себя не чувствуете. Вот. И этому вас нужно научить. Вот. Этому вас нужно научить, вам этому нужно научиться, на мой взгляд, по крайней мере. Вот это то, что я могу вам прямо сейчас сказать. Вот. Что касается общения с девушками, то здесь момент в таком, здесь момент в том, что вы, ну, к сожалению, вот, не особо получается себя уверены, вы не особо получается себя чувствуете, не особо центрируетесь на том, что вам интересно, и, соответственно, общение вы устраиваете с девушками тоже, мягко говоря, довольно-таки негативно, потому что в том
В том смысле, что у вас общение чисто гендерное, а общего как бы между вами и между вами и, собственно, девушкой, да, ну, достаточно мало, к сожалению. Вот. Тут нечего, удивляться особо нечего, что девушка, с девушкой у вас общение не клеится, потому что вы выбираете девушек, например, которая, ну, достаточно, далеки от вас по общим интересам, вот у вас самого, соответственно, общих интересов, видимо, не сказать, чтобы очень много, вот, потому что вы переживаете там за своей мамы, например, сейчас, да, вас, ну, вообще говоря, волнуют совсем другие вещи. Вот. И в этом вас, в принципе, совершенно можно понять. Это нормально, это естественно, да. Ну, абсолютно оправданно. Вот. Другой вопрос, что это нужно прожить, проплакать. Вот. Сейчас вы, к сожалению, этого не делаете. И пока вы этого не делаете, вы, вероятно, будете застревать в этой истории. Я бы рекомендовал вам вспомнить, чего хотел для вас ваша мама, вот, что для вас, что ей было важным, вот, и вспомнить, как вы могли бы это, как могли бы это реализовать. Вот. Это все очень важный момент. Вот. На мой взгляд, опять же. По моему мнению. Вот. То есть это очень вот, важно заметить, как мне кажется, по крайней мере, да? Вот. Вот, в принципе, то, что хотелось бы вам ответить сейчас. В целом, конечно, вам, безусловно, сочувствую, вот, чувствуется, что вам действительно нужно с кем-то поговорить, поэтому я думаю, что хорошим началом история могло бы быть просто ваше желание, ну, ваша возможность, точнее, выговориться. Вот, если вы выговоритесь, вам, в принципе, будет уже легче, а если там сможете, например, поплакать или где еще, то, соответственно, все будет вам лучше. Вот, поэтому тут как бы очень важный момент, на мой взгляд. Вот. Но опять же, поймите, пожалуйста, суть в том, что вам нужно самому как бы почувствовать, что вы к этому готовы. Вот. Вам совершенно очевидно нужно свою жизнь менять, вам совершенно очевидно нужно что-то в своей жизни делать, в противном случае, ну, так вот, вы будете зависимы. Вот. И в качестве некого такого не идеала ни в коем случае, но образца, вы можете рассматривать своего брата, вот, который живет в своей жизни, а вы почему-то нет. Понятно, что здесь
серьезную и существенную роль. Играют. Ваш тип личности. Существенную роль играет то, как вы к себе относитесь, вот. И это все нужно исследовать. Естественно, если вам подобный интерес, потому что если вам это не интерес, если для вас это не выглядит тем, на что нужно обращать, например, свое внимание, да, то это, конечно, на мой взгляд, ну, довольно-таки ограничивает нас в помощи вам. Вот. Хотя, безусловно, потеряно может быть далеко не все, вот, и безусловно вам можно и нужно помочь, вот. Мне кажется, что более чем вы этого достойны, более чем вы достойны помощи, вот. Ну, еще более вы достойны того, чтобы быть счастливым. Вот. Сейчас вам счастливым быть очень-очень сложно и тяжело. Вот. Я понимаю, почему. Я понимаю. Вот. Ну, как бы, если вы, ну, допустим, вот, если вы, допустим, признаете, что, там, к примеру, ну, что самостоятельно вот, не справляетесь, вот, если вы признаете, что сами вы справиться не можете с этой ситуацией, например, вот, то помочь вам будет гораздо легче. Вот. Но если сейчас, например, вы будете сопротивляться, вот, если сейчас вы будете, ну, там, уходить куда-то, надеяться, что справитесь сами, что-то вроде того, то ситуация, конечно, не изменится. Поэтому решать эту историю вам, вот, надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, там позволит вам начать работу над собой. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, хочу пожелать вам удачи и надеюсь, что ситуация будет успешно для вас разрешена. Обращайтесь за помощью, вам она необходима.